Слушай, я не могу высыпаться нормально, принимаю. Сейчас покажу. Мертазопин это антидепрессант ночной. Мертазопин Канон 45 миллиграмм. Можно было бы принимать, допустим, мертазопин, две таблетки перед сном и еще каким-то образом посещать сауну или баню регулярно, каждый день, чтобы, потому что от нее эффект, если днем, допустим, даже принять сауну, потом или баню, потом, когда ложишься спать, то синдром беспокойных ног, накаливание в области ступней, внутри ступней, успокаивается. Так. Непонятно механизм действия, почему так происходит. Потому что, по сути, в бане у тебя просто происходит нагрев головы и остального тела. И обычно ноги в бане находятся внизу, там, где прохладно, а верхняя часть туловища находится наверху, то есть голова в основном нагревается. Но при этом это почему-то оказывает очень положительное воздействие на синдром беспокойных ног. А еще можно попробовать вместо мертазопина Канона лекарственные средства, строго по рецепту, которые тоже от синдрома Паркинсона. У них побочное явление – это сонливость. Если принять, допустим, две-три такие таблетки от синдрома Паркинсона, то я усну и смогу поспать. И причем они не вызывают синдрома беспокойных ног и не вызывают ожирения, повышенного аппетита, очень усиленного. Но их психиатр не выписывает, даже частный, только невролог. Вот еще я ленту повесил от мух. То есть вот у меня была бракованная лента, а вот эта вот нормальная, длинная. Пока что на эту ленту ни одна муха не подцепилась. Посмотрим. Если мухи не будут цепляться за эту ленту, то значит они действительно развились умом, и у мух, и у комаров даже существует немаленький такой интеллект. Скорее всего, на квантовом уровне у них какая-то не мутация, не эволюционное развитие, а просто каким-то образом им нечто, что мы не можем понять, изменило их квантовое состояние, их нервной системы, и, не знаю, подключило их. Короче, изменение произошло на квантовом уровне у них, что они, возможно, скорее всего, не у всех, а у, допустим, одной из миллиона мух или одной из 10 000 мух. И такая муха залетает, или такой комар залетает через сетку, антикомариную сетку, залетает в квартиру, пролетает, или залетает из другого окна и летает, находит комнату,
днем прячется под кроватью, игнорирует вот эту ленту, игнорирует, что чего раньше не было никогда. Прячется под кроватью или где-то еще, за диваном, там, не знаю. И когда ночью ты ложишься, она вылетает, и ты не можешь ее прихлопнуть. Ни комара, ни муху такую. Они просто... У них реакция очень мощная, развитая. И они научились, они поняли, что вот эта лента — это ловушка. Просто задумайся, комары и мухи поняли, что вот эта лента — это ловушка. И что днем, утром, днем, там, вечером не надо, и вообще, когда человек еще не лег спать, не надо на него охотиться. Они выжидают все это время. И когда наступает темнота, и человек лежит в кровати, они начинают охоту. И так они делают не одну ночь, а они неделями живут в таком режиме. Это просто поразительно. Я еще никогда с таким не сталкивался.